фильмов. Так. Портреты какие-то. А, описываются чьи-то портреты. Специально такой стенд сделан знаменитого фотографа. Здесь хозяйские спальни, жилые помещения. Заглянем. Одна из квартир. Это где именно хозяева живут. Вот такие двери. Помню, вчера снимал. На всякий случай еще. Все это вывезено из Африки. Смотрите, какая кровать. Все это из черного дерева. Массивная, мощная. Вот все, все это африканское. Даже стол. Место королевское. Шкафчик. Одни абажуры чего стоят. И выход здесь на крышу. Вот так вот живут шведские миллионеры. Глянем сюда еще. Вот эта кровать мне понравилась. Смотрите, какая высота. И тоже из дорогих пород. Тут металлические какие-то крепления специальные. Очень все массивно. Я не знаю, сколько сотен килограмм это все весит, но весит, наверное, очень дорого. Вот, и, соответственно, такая прикроватная тумбочка в таком же стиле. И здесь, по-моему, сын у них живет. Да, когда приезжает сюда. Ну, здесь заодно посмотрим. Ну, нормально. Смотрите, какое зеркало. Здесь у них сын живет, который, ну, на отдых, если приезжает, это его комната. Вот. Ну и там еще две. По-моему, две или три спальни гостевые. Чтоб собаки сюда не лазили.